Да, реально. Не торопись. Ты все-таки удар наносишь. Не торопись. Еще раз. Ты, вот смотри, ты первично все-таки бей кулаком. Бей. А локоток просто, ты второй локоть. Главное, ты уже в момент удара он пойдет. Как раз вот этот переворот плечевой у тебя произойдет. Попробуй еще раз. Уже интересно. И вторый, смотри. Да. Ходит назад, да? Нет, ты правильно. Но ближе встань к мешку. Во-во-во. Не должна прямая рука быть. Продолжай. А? Оп, поймай руку. Да? Да, да, да. Прям. Во-во-во-во-во. Во. Во-во-во-во. А правый? Тоже. Вот мы все. Вот и все. Да. Удобно сейчас? Да. Вот. Любой удар, то есть что тебе вот этот локоть дает, прижимая? Ну. Импульс дополнительный. Он просто сохраняет твою массу, твою инерцию внутри тебя. Mm-hmm. Тебя не развалило, не раскрыло. И потом у тебя и возникает ощущение. Вот сделай еще раз левый сбоку, да? Но медленнее. Но медленно. Mm-hmm. Медленно. Левый. А локоть прижми. Ну, не опускай такой кулак еще раз. Ну, так удар-то будешь бить? Не медленно. Да какая разница, дай руку. Во. Правый сбоку. Правый слой. То же самое, не думай об этом. Локоть. Во, поймай локоть второй. Во, удобно стало? Да.